тебе. Попробуй, давай. Ну и рабочий день, не дай бог, який. Це громадське телебачення Запоріжжя і селові. Наша команда вирішила проїхатись селами Запорізької області, аби на власні очі побачити, чим нині живе сучасне українське село. Сьогодні ми в Куйбишевському районі їдемо в село Гусарка. Оце тут раділися, отам, вон мій замок. Це мій замок. Родилася там і вже 74 роки. Тут скоро 75 буде. Жили ми, стремилися, після війни трудно було. Дуже трудно. Дітям залишилися без батьків. Все було трудно. Ну, нас сказав те, як Ісус Христос сказав, світ в тунелі був. Ми думали, що буде все добре. І стремилися. І було, був світовий робочий день. От сонця до заходу. Робили і не жалувалися. Увечері молодіж, пісні, гармонь, танці, все було це по цій вулиці. Там кучка співала, там співала, тут бабульки сиділи. Тоді ж була інформація одна. Зараз уже не тоє время, не тоє поняття, не тая інформація, не тоє з телевізора говорять. Я зараз уже не знаю. В клуб я не хожу, клуба, кажуть, нема, там якісь дискотеки встановлюють. Тепер що, кафешка тоє, чайная, молодіж бачиш, молодіж, що, молодіж виїжджає, тікає трошки. Раніше було. Виїжджають у города, а що тут робити, роботи нема. У нас усе було, на тобі. Но, к сожалению, период, когда вот это реформирование шло колхозом, пострадал и наш колхоз. Это фермы уничтожены, ну, инфраструктура ж, конечно, пострадала. И садик был уничтожен. Первым делом решила, что надо садик. Есть дети в селе, есть жизнь. Зараз я класово другого класу, і нас всього-навсього семеро учнів. Ну це всього-навсього, я так розумію, що це небагато, так? Це небагато, бо хотілося б більше, бо школу маємо дуже велику, гарну простору, міського типу. Ще кілька років тому це була загальноосвітня школа перших-третіх ступенів. А зараз так склалася ситуація, що діток у нас не вистачає, і вже другий рік ми працюємо як навчально-виховний комплекс. Це у нас залишилися початкові класи і дитячий садок. З початкових класів у нас лише два класи поки що, але дітки в нас по селу є ще 29 чоловік, тому ми з радістю чекаємо їх наступного року до нас в школу. Як це в нас була російська мовна школа, а тепер другий рік ми україномовна школа. Це дуже нас радує, тому що в нас взагалі село російськомовне. Нам було важкувато в тому році з української мови, але ми вже звикаємо, вже ми висловлюємося українською рідною мовою, хоч нас і небагато, але ми теж йдемо в ногу з часом, використовуємо мультимедійні засоби. Перший рік у нас була присутня презентація, тобто ми вже звикли до цього, діти реагують нормально. Знаєте, зараз дуже цікаві, допитливі, хотілося б нам побільше інформації почерпнути з світу, тому що підручники ми розглядаємо, все, але ж ви знаєте, що в інтернеті ми можемо знайти набагато більше. Таке, якби, неприємне у нас событие. При
поднесли нам, в общем, закрыли Дом культуры. Очень много талантливых людей. Вот даже закрыли Дом культуры, а ансамбль наш ходит и занимается. И баянист ездит. Есть у нас футбольная команда «Алоинс», директор Лужанский, а вообще хозяин «Баавин». Они нас спонсируют, благодаря им у нас сейчас есть футбольная команда, мы идем сейчас на первом месте пока. Значит, у нас есть молодежная команда, это школьники до 18 лет. Наши гусарцы 9 человек есть, и куйбышане есть, и на украинцы чем зовут. Ну, проводим соревнования по теннису, бильярду, шашки, шахматам. Ну, зимний период, ну что усилие, телевизор надоедает. Вот это домино у нас, и это там мы шпарим, ну по колхозам рассказываешь, это самое. И вот это тут забито. Да, учитывая, да, что клуб как бы, да, сейчас вот временно закрыт, надеюсь, на время. Да, отделили вот эту комнату, у нас он телевизор, мы вот это все матчи, футбольная вся команда тут, да. Есть в селе хорошие, способные. Таланты, наверное, словом. 3 часа у нас играют юноши, детская команда, а час через час взрослые. Вот такие дела. Людей много приходит посмотреть? Ну, людей где-то, ну, предела так, может, человек 30-40. Ну, я думаю, для села это, я считаю, нормально. Конечно, играют наши дети, детей приходят, родители. Приезжие, так что у нас до этого у нас ничего не было, буквально 2 года назад. Сейчас у нас есть футбольная команда, есть мячи, есть форма, ни в одном районе такая форма покупали. Значит, было население 3800. Помню я це, значит, у 62-м году. Практически знала всех людей. Было 3800. Сейчас осталось сколько? 400 чи 500. Трудно было жить. Трудно. Ну, а якось весело. Да, весело было. А сейчас нет. Я тоже вот живу одна. Детей нема у Запорожья. Одна. Хочу сказать, что у нас у колхозе, ну, не нашлось такого человека, руководителя, чтобы все удержать. Ну, конечно, горько стало жить. Не дай, не сладко. Ну, ничего. Живем. А бы войны не было. А бы вот. Старый дом тоже. Пустой. Люди строили у яких. И так пустое. Молодежь не остается. Все говорят, что я грустна, мужчинам верить перестала. Конечно, интересная история нашего костюма гусара. Откуда он взялся? Ну, костюм гусара связан с названием нашего села, так как у нас когда-то в 1807 году, когда были до переселенцев в село Гусарки, здесь находился полк гусар. Оно считается челночный станок. Вот это челночок. Наматывается сюда ниточки, наматывается еще палочка была. И вот это челночок, значит, да. Один из поножей нажимаем, нит один поднимается, и вот здесь образовывается зев. Это значит нижняя часть ниток и верхняя часть ниток. Между этими нитками вставляется челночок, и проводится он вдоль этого. И прижимаем бёрдами, придавливаем, и вот это такая работа. А потом уже женщины, им надоело вот эти полосочки, и они начали придумывать узоры. Я еще с детства у нас бабушка ткала, моя родная бабушка, и ставы у меня есть. Тільки о, месяц назад их разобрала, а то все ткалось. То те, то друге, то третье. Ну сколько по времени вот для того, чтобы сделать такую красоту? Як будешь, можешь лежать у постели, так будет 2 месяца. Це ж от того, як той. Купила ниток. І як воно було? Я нитки поїхали ж ми вп'ять же туди в Запорожжя. Так люди купляють то помідори, то ну, їсти. А я купила нитку. Чоловік був недовольний, звісно.
каже, я тобі нитки поріжу. А чого недовольний? Ну, що він каже, мені ж не 70 років. Мені всього, каже, тільки 33 роки. Мені ж не 70, а ти сидиш до утра. Та почули баби, кажуть, та підожди ти трохи, не ріж. Марка, вона завжди каже, на нього мода ще прийде. Ні, не докажу вже не прийде. Уже таким робочих таких нема, а такі багаті, їм воно не нудіно, що все я сумію, все смогу, боль розведу руками. Ну не прощу холодної лжи, серце моє не камінь. Да, пройшли года. А почему вы считаете, вот люди, которые в городах живут, вот им постоянно никуда, а человек в селе, который, он найдет время и ночью найдет, до утра будет, вот почему так, по-вашему? То, что в селе люди из детства привычны робить, откровенно сказать, с детства. Как так не заставлять детей робить? Я сказала, так я считаю, что один даже бросила ткать. Через те, що дочка вмерла, я його відрізали нитки і все. Так это вот это на том вашем станке, который... А почему ты в гусарке такие все рукастые? Я знаю, чем. Ну так, це действительно, да. У нас посылали одного деда, я це учився на станок, на все. І так і пішло, і пішло, і пішло. Ну, може, я в такого, сантиметрів 30. Це як сидіть цілий день, а як і робота ще. Настінка. Це моя Настінка. Це кормилиця, і нас їх кормить. У нас було колись у нашій бригаді 80 голов, а зараз 30 голов. Если иметь какую-то живность или там с огорода, то в общем-то нужно, ну и какую-то поддержку чуть-чуть, там пенсия или там что-то минимальное, то можно, да. Ну, раньше я дожила с возволочкой, были же у нас и колхозы все на свете, мы держали корову, еще быка, чутелку, еще купляли телят, по пятеро свиней держали. И что толку стало, все на книжку, чем оно накрылось, одним медным тазом. Ну, гусарцы – это, во-первых, ну, этнические белорусы. Вот как 200 лет назад состав населения, который же жил на Смоленщине, были белорусы, так и сейчас там ничего не поменялось. В общем, наши предки из Смоленщины, по национальному составу белорусы, распродали имущество, так как там очень были густонаселенные места, земли мало, и готовились переселиться на Кавказ. Но началась на Кавказе война с турками. Одни, короче, из таких отчаянных, сильных людей, это... приехали сюда, в Таврические, в степи, в наш, вот именно сюда. Ты 60 лет занимаешься пчелами. Медосбор слабый, потому что у нас нету трав. Мы не сеем, колхоза нету, не сеем ни экспорцет, ни люцерню, никаких медовых трав. Ну, за сезон одна семья, да, сидит, ну, около 16 килограмм. 16-15 килограмм, 20 бывает килограмм в нашей местности. А товар сбывать сейчас, конечно, очень трудно. Не знаю, ведь они хозяина, они только по обращению. Хозяин привык, он вежливо с ними, культурно. Ну, покажите нам. Это они вон живут. А сколько в одном доме их живет? 7-8 килограмм пчелы, это будет настоящая семья. Это здесь где-то килограмма полтора, около 2 килограмм меда. Хороший это мед. Какой мед?
Ну, это больше всего подсолнечное, последнее. Это медогонка. Один крутит вот так, потихоньку. Если вот это здесь нормально мне заниматься, это, чтобы этим процессом, тут надо 4 человека, чтобы за день закончить. И куда эти все запасы? Это вы на продажу или для себя? Ну, это заберу. Это уже заберу, да, это уже готово. Приеду, да, тут, для продажи. Да, 10 бетонов они возьмут. То есть кроме пчел у вас еще сколько соток? Ну, где-то 60 соток. И как вы все успеваете? Ну, так и успеваю. А сколько вам лет? Ну, 84 года. Доживем до Нового года, будет 84. Движение. И не надо курить, пить. Вот. Так что жизнь будет налажена всегда. Кости надо. Выдержку кругом. Видишь, так отвлекли. Вы надо и выдержать. Начало. Короче, построю, ну, короче, упёры, ну, большие денежки на этот забор. Но череда ходит коровы. Я приглашаю товарища кума Зике, вон он сядет. Сяди там. Да. Захотелось сделать, ну, як у то, ну, во всех. Ну, я затеем буквально в прошлый год, ну, за 2 недели мы музей тут делаем с кумом Зики. Утром устану, стоит, приносят люди. То, ну, знаешь, вроде смеялись, а тогда утром, ну, смотрите. Принесли мне вот, ну. Портсигар. Портсигар. Портсигар, сделанный в 1944 году. Ну, дед Гришка, ну, вот, ну, Демиденко. Извините, ну, я бы вам сказал. Ценная вещь. Да, ну, и это же, ну, стоит, и хай кто-нибудь попробует, вон он стоит на улице, ляжет, то вся улица переживет, чтоб кто-нибудь, положите на место, чтоб кто-нибудь у этого что-то в музее этого взял. Да, это лоза. Где вообще ее можно взять? Как ее выбрать нужно? Как вот, чтобы она не ломалась была, да, прочная? Это специально лоза. Лоза. Не верба там и прочее, а лоза. Я не знаю, как он отличал. А в зростках там низина такая. И он там обнаружил эту лозу. Так он тыкал там, рассаживал, хотел же, чтобы надальше было. Ну, не получилось надолго. Там захворал, да, конец. А сколько, ну, вот времени нужно, чтобы вот сплести, ну, какую-нибудь среднюю, вот как у вас, или побольше, как у меня? За сколько? День. За день. А для чего вообще они такие подходят, такие корзины? Ну, например, картошка, ведра сейчас не докупишься, картошку выбирать, и то хорошо. На горище, что с, то есть, семена склал, тоже сюда. На, это хозяйская вещь такая получается. А вообще, нравятся такие красивые, чтобы пройтись куда сесть. А куда в гусарке можно пройтись? Так вот, с красивой. В магазин и в церковь. И в Ольгинку, и Большого района. Без любви ходить по свету, нет судьбы печальнее. Все нету, гаснут звезды ранние, ночь к концу тебя все нету, гаснут звезды ранние. Смотришь на это все, такая красота, что просто вот. Ну, такое надо только увидеть, нельзя рассказать.
Да, спасибо большое. И все. Ну, что так.